войсковая часть 75-242, войсковая часть 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Да, верно. Нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учение. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были демобилизованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо. Хотя люди, все, по крайней мере, нашей части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Александр, 25-я бригада, та же часть, водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что ничего не хотели. Нас просто обманули и бросили. Та же часть. Бригада. Номер части, повторяю. Ну. Сейчас я не помню. Недавно. Недавно сразу. Резервист? Резервист, да? По резерву, да? Ничего. Зачем прибыл? Что, тоже на учение? На учение, как и казалось. А когда прибыл? Сколько дней назад? Недели две назад, да?